ਵੋਟ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੂਸੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਵਪਰੋਸ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਭਿਜਾਤ ਨਾਲ ਜਾਮੋਸ਼ਮ ਤੋਂ ਕਰੂਸ ਕਿ ਲਿਬਾਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਜਨਾ ਡੋਗਰ ਮਾਸਟਰ ਰਸ਼ਿਆ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੋ ਮੁਫਤ ਰਸ਼ਿਆ ਦਾ ਟੂਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫ ਸਲੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਰੋਸ ਨਾ ਤਾਂ ਪਦੂਮਤ ਪਦੂਮਤ ਦੂਮੂ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਵਾਜਨ ਸਮਾਂ ਗਲਾਮ ਸ਼ਬ ਚਲਵੇਕ ਬਲ ਖਰੋਸ਼ੀ ਦਾ Это не важно, откуда? Нет, не важно. А что тебе важно? Какая религия, мне кажется, это тоже не важно, нет? Не важно, не важно религия, не важно. Вот такие мазабы, кэри кэнтри, да, это не важно. Не важно религия, не важно страна, откуда? Нет, однозначно не важно. Я бы улетела. А что помню, он Пакистан, да, вы? Может быть, он Пакистан, не правда? Да какая разница? А что тебе важно? У меня нету даже друзей иностранцев. Мне надо сложно сказать однозначно. Но пока я считаю, что из-за менталитета мне хотелось бы все-таки больше связать себя с русскоговорящим, как минимум, человеком. Ну и желательно, наверное, с русским молодым человеком. А в плане страны я готова перемещаться, но меня интересуют более теплые страны, во-первых, экономически развитые и, конечно, с более теплым климатом. Ну... अच्छा वो आंधी के मेरी कोई भी दोस्त नहीं है ना कोई भी लड़का मेरा दोस्त नहीं है जरा ना रशन हो वे तो इस वास्ते मैं पता नहीं है कि उन्होंने मैटैलिटी की उन्होंने जीन कहें उन्होंने की हिसाब है तो मैं कोई पता मेरे वास्ते जरूरी रशन हो वे Ну, раньше я считала, что можно выйти замуж только за русского, но потом, когда я стала путешествовать много, то поняла, что самое главное, наверное, чтобы человек был хороший и чтобы он подходил, неважно, из какой он страны. अच्छा जी आंधी भी कही मैं पहला यही सोचने कि मैं रूसिया नहीं हो गया लाजमी लेकिन जो मैं ट्रैवल घूमना शूमना शुरू किया दूसरे घंटे उदों का मैं पता लगे कि सिर्फ आदमी अच्छा हो नहीं जरूरी कि कंट्री का हो Ну, я переведу с тайлуди. Для вас? Для вас? Я считаю, чтобы человек был именно твоим, неважно с какой страны, но очень важно в процессе жизни уметь находить альтернативы в возникающих религиозных, традиционных разногласиях, которые, конечно же, присутствуют, если ты выбираешь человека из другой страны. अच्छा जी वो भी कह रही है कि मेरे वास्ते भी जरूरी नहीं है कि वो रशियन होवे या किसी कंट्री का होवे बस ये कि अच्छा आदमी होवे तुलगत लवाश वाज ना चाहिए उन्हें बिल्कुल खरोश दा नो для меня да для меня самое главное чтобы мы подходили духовно друг к другу для лаваш тоже да Для меня важно, чтобы человек был не только хорошим, но чтобы у него в голове было еще понимание, как он будет обеспечивать свою семью. Ача, он дико мену сирф ача админи чай да, о да дамаг ви кам карда ве, тиеге, саб куч кам карда ве да. Это не важно, совершенно не важно откуда он, главное то, чтобы был хорошим человеком, чтобы заботился и понимал. अच्छा जो कहती है कि ये भी कोई जरूरत नहीं कि कंट्री का हो किसी भी कंट्री का हो बस हो कि अच्छा होना चाहिए तो ताड़े वास्ते बड़ा मौका वे यार ठीक है अमीन भी रशियन कुड़ियाँ किन्ना कह रही है कि कोई जरूरी नहीं कोई रशियन हो मतलब है कि तुम दावा दे रही है ठीक है वो तुलका हूँ बिल खरोश है तो निवास ना तो दादा Да, это не важно, совершенно не важно. Серьезно? Ну, в нашем случае важно, чтобы он был не русский. Да? Да. А чего кенди джи, мере васе зрури ко рошен на хове. Дусе кандида хове. Ладно. Патри. Ну, мне главное, чтобы он был мусульманином. Ача, как? Главное, чтобы был мусульманином. Онди мере вас зрури мусульман хове. Только важно мусульман, да? Это не важно откуда, да? Ача, чего кенди, мере васе зрури ко мусульман хове. Эни зрури ко кэди кэнтри да хове. Мощно? Рядом. Для меня тоже, чтобы был мусульманином. Серьезно? Да. А что вы говорите, что мне обязательно нужно мусульманами? Вы оба мусульман? Да, все. Втроем. Что, двое мусульманы, там, где... А вы тоже мусульман? Я знаю урду. One phrase. Да.
Урду джанди я. А мура нам амина хе. Что она сказала? Да, ты правильно, серьезно. Мера нам амина хе. Ты правильно говорила. Откуда это учила ты? Кахан се тоне, кахан се апне я сик. Ну, у меня однокурсники есть из Пакистана. Да. Неважно, откуда он, но главное, что бы он понимал язык любви. Да? Да. Значит, я говорю, что это не нужно, а какие кандидаты, но любовь из языка нужно понимать. Неважно, откуда он, но важно, каким взглядом он на тебя смотрит. Да? ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਵੇਂਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਵੇਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਵੇਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋ ਹੁਣ ਅਬ ਇਸ ਦਾਤ ਨਾ ਸਮਤੀ ਤੋ ਸਿਰ ਸਕਲਾ ਜ਼ਾਦਾ ਕਨੇਸ਼ਨ ਕਕ ਵਾਸ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਅਬੀ ਯੂਲੀਆ ਯੂਲੀਆ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਈ ਲੋ ਜੀ ਮਾਮੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਰਸ ਅਰਸ਼ਦ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਈ Hi. thank you so much. Ji dosto, te ameed hai tuhanu video pasand aayi hovegi. Te main tuhanu ek dafa fir keh reha haan, jehde mere channel te video hove na Aladdin de chiraag wali, ohde te main asaan jeha sawal puchhya ohda jawab comment ch de ke te January ch main karni karanda si te jito muft Russia da tour. Te next video tak Dogar nu dovo ijazat, apna rakho khyal. Allah Hafiz.